Fraps, запустись, пожалуйста. Пожалуйста, Fraps. Сейчас настройки, блин, надо еще поддержать, да. Дубина будет сейчас делаться, ну, блин. Ну а что ты хотел, слышишь? Ну ладно. Так. Главное сейчас зайти в бой, так. Мочила была жесткая. Мочила была ожидание очень игры. А, стоп, у меня еще что? А, шанс. Шанс критического удара. Осада болотного форта. То, что я не люблю. Так, настройки понизил. Все понизил. Все нормально. 2 FPS. 4, 5, 10. Что? Да это Фрапс. Фрапс, он такой Фрапс. Ну, 32. Нежная Нига. 60. О-о-о. Опять 32. Да, он какой-то неадекватный. 0, 1. Вот 3. 60. 3. 4. О, боже мой, я ненавижу Фрапс. Ладно. Не дружит. Надо было в окне сделать. О! Ну это так. Было крутое мясо, да? Да. Бой был просто отличный. А, я заметил, знаешь что? Что в болотном городе, в болотном форте, чувак, знаешь, сидит на троне и бесится. Ну да. Я только заметил это. Красавчик. Красавчик. F9 нажал, короче. Все нормально. Да, крыто бета-тестирование завершено. Ублюдки! Я хочу уже создать барсика своего. Барсика мега-танка. Блин, а куда спускаться? А, сюда. Барсик. Ой, что-то убил я его. Что-то надо опрокинуть, а не убить. Вот. С одного скилла. А как я узнаю, что ты нажимал? А там что оно высвечивается? Разве? Вообще-то да, оно на панельке сверху высвечивается. Все. Просто с одного раза вынес. Я не буду все равно смотреть, я тебе не верю. О господи, да посмотри ты. Давай пошли в бой, ты заломал. И сейчас... Нет, ты посмотришь, а то будешь меня считать... Я все равно тебе не верю, потому что он не работает. Ты рак, я это и так знаю. Это ты рак. У тебя он прокачанный, может он тебя критом откидывает, я не знаю. Какие, блин, прокачанные, я на первом уровне мог бы снести. Ну, я тоже могу скиллом вот этим третьим. Да не скиллом, я сношу. Может ты его поставил на правую кнопку мыши и сносишь его. О, господи. Чувак, я три боя подряд бил. Просто ты не хочешь осознать, что ты рак. Да иди ты нахуй, слышишь? Хули ты пиздишь тут слишком много. Блин. Рак, блядь. Смотри видео. Смотри видео. Ты тоже посмотри мои видео. Ты их сначала выложи. Ну я выкладываю вообще. Ну вот. Обычно. 40 секунд каких-то никчемных идет. Давай, заходи. Нет, я сначала скину. Не хочешь играть? Че это я не хочу? Ну, я ладно. Тебе сначала видео скину, как слышишь? Хочешь. Да я не буду его качать. Почему? Там ты просил ты, видео. Я не верю. О господи, да. Блин, ты такой просто. Я тебе все равно не верю, слышишь? Ну конечно. Сколько мы весим? Да ты совсем дурак, что ли? 700 метров. Да ничего страшного. Да, да, конечно. Ладно, обработаю, о боже. Не мой. Надо обработать. Да пошли, блять, в бой, ты задолбал. Какой же ты неженка, блин, чего обработать надо? Вообще-то я нежная Нига. Ну вот, я тебя пошли поздравляю. В бой. Вместо того, да чтобы сейчас. Этой херней страдать, уже бы в бой. Нет, пару я раз. Должен доказать, ты же не веришь. Ты мне. Понимаешь, что я записываю, мне нужен бой, или я пойду, блядь, другую игру играть. Так подожди, ты захотел видео. Я не хотел видео вообще-то. Ну. А видно видео, которое ты записывал, все есть. На учти это. На каком видео, что я записывал? На которое ты записывал. Ну я все бои записывал, посмотришь, если тебе интересно. Я не знаю, почему у тебя получается, а у меня нет. Если я скажу, ты будешь потом опять огорчаться. Нет, я не рак. Захожу. Силовая атака, она просто наносит урон.
адский. Силовая атака, и он относит всех. Ну, у меня не относит. Ну, бывает. Не знаю, может он бракованный. Может быть. Брак. Сейчас, погоди. Китайский, может. Это, кстати, классно. Я просто не задумывался, просто, блин, я не знаю. Не знаю, я постоянно бил, он мне ничего не делает. А вот когда вот этим скиллом бил, то есть вот этот скилл, он там, разрушительный удар. У тебя есть он? Какой? Ну, разрушительный удар называется. А... Щит нарисованный, треснутый. Нет. Как нет? У тебя нету этого скилла? Нет. Че? Ты думаешь, я помню свои скиллы наизусть? Ну так зайди в алтарь. Так подожди, у меня игра загружается. А чё ты выходил из нее? Так я выходил, чтобы... О боже, чтобы он не отвечает. Нет. А у меня кузница обрабатывает. Да пошёл. Так. Заново. Вход. А для чего еще золото надо будет? А, стоп, его можно обменивать на вот эти вот... Кристаллы можно на золото обменивать. А, блин, 100 золота один... Да вы издеваетесь. А потом на высоких левелах можно много золота заработать? Нет. Нет? А, ну пошли они в жопу тогда. Пошли в жопу. Блин, как я хочу себе ботинки. Это меня бесит, что босиком бегал этим дебилом монахом теперь этим. А ботинки где они? Вот они, варежки. Да зачем тебе ботинки, блин? Они 2 часа, что, блин? А, у меня же 2 слота, я же могу еще что-то сделать. Ну это кузница как бы. Это премиум как бы. Да говно твой премиум. Нормальный премиум. Это ты из-за премиума не можешь сносить их с ног. Наверное, да. Ты знаешь, ты получаешь в твоем размере все, но ты не сможешь сносить. Ну ладно. Как скажете, пацаны. Все правильно. Вам виднее. Увеличит мастерство. Что я могу себе представить? Я просто разгонялся, бил, потом, блин, не с разгона бил. И все равно, и так, мне и просто так урон попали. Наносит, и все. Все норм. Может, они были не с полным хп, я не знаю. Может, они просто мертвые попадали. Может быть. Может быть. Ты на каких нападал, подожди, ты на каких нападал? На всех он нападал. На всех она подал. Давай, заходи, ты зашел? Да захожу, загрузка. Этот гном и вот эта вот баба. Да страшно тут баба. Я сейчас 5-й буду, наверное, скоро. Я уже близок к тебе. Скоро. Вот, и в бою я тебе смогу показать, что он все-таки выносит с ног. Я тебя все равно буду перекачивать потом. Понятно. Но ничего страшного, подумаешь. Если бы я задонатил, слышишь? Подумаешь, а мы потом, если на 2 уровня больше, то мы не сможем играть вместе. Не гони. Я не гоню. Я ж при этом и беру персонажей, которые на 1 уровень. Ты что, не заметил, ну, что ли? Ну иди тогда себе 25 рублей закинь и активируй себе премиум на неделю, что ты паришься? Нашел, блин, это деньги. Это идти надо. 25 рублей! О, боги, как это много! Хотя там 50 только минимум можно закидывать. За кого мне заходить? За танка? Или ты какой? 4-й? Да-да, еще 4-й. За танка давай. Танк у меня прокачался, 5-й. Нормально. Так что иди себе 50 рублей закидывай и все, не выебывайся. Вот, кстати, продлить, сколько оно стоит. Гляну. Я готов. А у тебя сейчас есть 15 кристаллов? Нет, у меня 0. Блин. Ого, тут на неделю 80 аж стоит. На неделю 80. А у тебя должна быть в магазине эта херня, как у меня комплект там за 25 будет. Да, у меня есть. Есть. Ну вот. Вот и не выебывайся. Господи. Там такой не знаю, что. О, быстро. На 2 уровня оно просто не находит эти. Долго ищут. И не находят, да. Ну вот ты 6-й, ну вот я 6-й, да, ты 4-й. Ну ладно, я понял. Ну, короче, не ссы, подумаешь, каких-то 25 этих. Кристаллов, и все. Будьте счастье. Потом кончится, и будем просто без ничего. Тогда уже мы будем опять на равных условиях. Пока я опять нет. Не задоначу. Скотина. Да я не буду, ты че, наверное.
Наверное. Ну не знаю, нет, наверное, скорее всего. Ой, какой-то голый стёмный мужик. Я буду в Аркейдж только донатить. Я заметил. Я еще особо не донатил. Ой, а кто меня вытолкнул? Я не хотел. О, тут ублюдок, короче. Купил вымышленную шкудищу. И тебе привет. О, тут канализация какая-то забавная. Бл-бл-бл. То. Погнали. Школьница. Тоже фильм смотрел в детстве. Я вас поздравляю. Ну это все видели. Смотрите, сколько толпа идет. Ты готов их встретить, братан? Я иду. Я, видишь, объятия. Лавки, чмавки. Он что думает, он сейчас типа разнесет нас? Ну да. Письки, письки, лавки, чмавки. Сейчас он в минус уедет. О, это дура огненная. Ну, огненная, это не такая страшная, как эта дура. Да куда ты побежал, овца? На ватная, конечно. О, убийца, привет. Я, короче, вперед побежал. Ой, что сделал? Ой, я прыгнул. Ой, я прыгнул. Чувак, я ее снес. А я этого снес сейчас. О, удар щитом у меня теперь есть. О, теперь опрокидывать могу. Ты можешь их добивать, кстати. Но у меня нету еще добивания, так что. А, нету? Ну, теперь я их опрокидывать могу, теперь они ватные будут для меня. По всей этой прыгаю. Ой, мужики, мужики. Слышишь, они походу ватные теперь для меня. Кто? Ну смотри, блин, я могу его опрокинуть, смотри, вот сейчас. А, ну если опрокинул, оп, опрокинул, мы двоих. Будем, мы будем комбинировать это. Видишь? Ты опрокинешь, а, ты что валяешься? Ну там мужики присунули. А, вижу. И назад бежал. Ай-яй, больно. Ну у меня, блин, еще, блин, нету лечения, это плохо. Полечите, ёбана мать. Где? Пожалуйста, можно меня полечить? Спасибо, наконец. Я дождался. Где? Где они? Иди сюда. Лечи, 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 лечи. О, господи, там... Лекарь от бога. Я убью ее, нет? А, я убил ее. А вас убью, нет? Я просто обожаю этого дебила. Я троих убил и сдох. Я вижу, валяешься. Ты видел, там труп еще возьмет трое? Там, да, короче... смотри, короче, я сейчас тебе щит свой покажу, нежный щит. Там, короче, бабенка. Бабенка, гном, кто-то и кто-то еще. Давай, пошли, короче. А, и орк, они, короче, хотели меня убить и сдохли. Но меня потом расстреляли. Давай, по... ты куда пошел, слышишь? Да я вот тут мешу. Бугурчу. Сейчас я ебану. Чё они такие живучие? Может, хватит? О, двоих снес опять. Блин, меня прокинули. А, он убежал. Он хочет убежать. Господи, меня убили. Нет, меня не так легко убежать, процент, пацан. Может, ты в минус уйдешь, не? О, все, ушел в минус. Блин, они чем-то фигарят по нам. Ой, ты кто такой? Иди отсюда. Тебя снесли? No! А, вот он, бедок. Надо его выносить. Ха-ха-ха, его добил. Дубина все-таки, она такая. Блин, залагал Жека. Вроде бы, или скайп. Глупый. Глупый скайп. Глупый, глупый, глупый скайп. Успокойся. Гоги. Гоги, успокойся. Блин, я сейчас сдохну, правда. А, я еще убивать успеваю. Ты умрешь, тварь. В муках и страда. Ха-ха, лол. Так, пойду убьюсь. Стенку. Блин, где тут убиться можно? Нигде, да? Алло. Алло. Блин, надо прыгать в пропасть. Да что со скайпом, господи? Что за херня? Твой интернет просто ласка. А у меня интернет вообще-то работает, это со скайпом. А. Я в игре и отлично играю до сих пор. Ласка тут. Видишь, я. Ты видишь, как я, блин. Сношу этим. Да я тут всех сносил, ну я просто был не, господи, немножко, ну вот немножко... нельзя было посмотреть, да? Да я там сражался героически, а потом умирал героически. О нет, что это за говно? Это говно называется говно. Иди за моим щитом. Давай, пошли. Все нормально. О, они что-то несут нехорошие. Эй, куда вы кинули, офигели что? Все нормально, Толик. А, Толик, у меня хил лечит.
Я побежал, короче, обрываясь в толпу. Они что-то там задумали, прикинь, запланировали что-то даже. Надо эту дуру снести. Мри, тварь. О, нас... О, мы прям ворвались, как отцы. Пошли, да? Короче. Как отцы ворвались. Отцы решают. Да, Месси, мадам, ублюдка мелкого. Что ты думаешь, все, ты типа блок минус держишь? Минус эта турелечка. Что такой... Такой упористый был, упоротый. А, мы тут ломаем им пушку. О, да, слышишь, я сейчас его опрокину. О, не опрокинул, нифига, что-то он мощный. Сейчас я его прокину. И такой, знаешь, подхожу. Ты еще живой? Жив целый орел. Слышишь, пока мы там врывались, нашу базу разносит. Да ладно, как они вообще? Там же наверху, стены. Слышишь? А. Я думаю, где они все делись. А, во, они поставили, короче. Как это поломать, то что не поставили? Ага. Да долго будет ломать. Ладно, легче их вынести. Черт, у меня выносливость кончилась. Сейчас я выпью банк выносливость. Все будет нормально. О, привет, чувак. Привет. Вот сучка мелкая. Сейчас ловлю. Слышишь, помоги мне, может? Где? Я не вижу, где ты. У меня тут война с гномом. За авторитет? Он, короче, самоубийство решил сделать. Ой, еще один гном. Так, ё-моё, что ж вы все изворотливые мелкие паскуды? Че, думаешь, ты не ушатаешь, ублюдок мелкий? Куда ты... Да ты задолбал! Ты бесишь! Иди сюда! Что ты капканы свои понараставлял, сучка? Да слаб... можно меня полечить, наконец-то, блин, вот я ненавижу этого дебила уже. Я убью тебя. Сдохну. А, лол, они оба такие скатились. Все, вот... иди сюда. О боже мой, я не понимаю просто этого. А нет, прыгаем. У меня 40 хп, я такой прыгаю по полю. Да ты просто буйный. Пошли, короче. Все нормально. Врываемся. Телепорт ставят, чуваки. Что надо делать? Чувак ставит телепорт, короче. Смотри, сейчас перекину. Кто? О, хил. Не опрокинул. Хил меня. Ой, меня сейчас убьют. Нет, я не умру. Я отпрыгну просто. Хил, я тут. Меня сейчас опрокинут. Блин, мышка отключилась. Ушел. О, убили. Хил, красавчик, хил меня хилит, все хорошо. Ой, это тварь, сейчас я ее оприходую сюда. На меня столько заклинаний лежит. Причем разных. Все тебя любят, но эта тварь сдохла. О, мелкий гном. А как-то огреби просто по спине, по горбу ему дал. Это их телепорт или что? И это наш телепорт. О, это привет. Вот их не телепорты, разрушай их. Смотри, сейчас опрокину, короче. Поздно. Как меня убили? Тебя убили? А, меня сейчас тоже убьют. Живым не дамся! Читер. Живым не дамся! Просто я вижу, как ты бегаешь по полю. Ой, тут сейчас убийца за мной бегает. Нет! Я от него отпрыгнул. Лалка. Он такой бегает. Сука, слышь, стой! Мы просто им не даем даже шанса. А, точно, аж могу бутылку выпить. А, может, ну дадим им шанс? Нет, не дадим. Вообще никакого. О, гномик. Как тебе моя дубина? Ты еще в минус не ушел, братан? Слышишь, там атакуют точку, может ты... Какого? О, нифига, Экси респанулась там. Слышишь, такой, пшу, пора катапультироваться. Может ты захочешь помочь наверху? Да, я бегу. У меня откат баночек. Мышка отключается, блин. Что-то я ману еще выпил даже. О, господи, мышка, спасибо тебе, очень. Мужики, я бегу. Ты, блин, ускоряйся, ты что, я же выпил банку, ё-моё. Просто я офигеваю. Капканы, блин, че. А где точки? А, вон точка. Благодарность. Ладно. Могу в окошко пролезть? Нет. Какого хрена вообще вы забаррикадировались тут? О, мясо. Привет, чувак. Да куда ж ты убежал, тварь? Расстреливайте их всех. Всех. Нет, умер, нет. Убью тебя за это. Убью, только мне нечем. А, вы все сдохли. Почему вы все сдохли? Ну, потому что по нам пуляют там из пушки. Ага, окей, бывает. О, а это свой, это хил. А я тут бью, блин, на силу. А кто ворота, блин, открыл? Что за дебил? Я не знаю. Не я. Куда ты побежал, придурок тупой? Фига он запрыгивать хочет. Ах ты, сука, кто меня ёбнул? Кто меня так нагнул? Твары.
Твари, кто-то меня нагнал. Да никто ворот не открывал, ты чё? Да тут одни открыли, блин, ворота. Ну, дебилы бывают. А это у меня мана тратится. Что тут за фигня творится? Где враг? Блин, это меня махает. Вынесли тут уже все. Ты же и так все сдохли. Что за несправедливость? Несправедливость в том, что там ты не беги сильно вперед. Ух ты, нихера их тут. Мужики. Ты что, помахаться хочешь? На! О, давай, помахаемся. Он теперь сваливает такой. Мужики. Эй, он опрокинул нас. Вот у меня такой же прикол есть. Ах, типа опрокидывай. Сейчас так опрокинул, тварь. Буйный, Володя буйный, на. О, слышишь, взорвал всех. В минус ушел, в минус ушла. Тварь. А беги. Сейчас они, короче, возродятся все. Всех убил, прикинь. Красава. Ой, кто, ну кто только у нас точку заху. Кто это за пушкой? Ах ты, мелкая тварь. Разбей. А, да он бабанул прямо в меня. Охренеть просто. Нашу точку сейчас захватывают, и время сейчас закончится, понял? А где точка наша? Я хер знает, что покажешь. Сверху, там где... Нам же надо удержать все. Да блин, хил, ты охерел. Да, вот тут, короче, надо... Быстро, быстро, быстро! Все, быстро, так быстро. Ну где они? Чего они не захватывают? Вон, а, вон они слева. Мужики, вы че... Я надеюсь... Ушел! Гном в минус ушел. О, 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 нифига по мне. Долбливают, вообще бахнут. Да. Все снесли. Вот так, наша точка. Вон еще и... там. Наша точка. 3 минуты осталось продержаться, и будет все, все окей. Да как он убил всех? Он не убил всех? Ну я сдох. У меня была фул ХП, он меня с одного удара убил. Че за бред? Или не чуть-чуть, не фул, но он не мог меня убить. Он физически не предпо... Сколько возрождения? Быстрее. Че возрождение? 2 секунды, 1-0, все. Давай, быстрее беги сюда. Ух, ни хера, здесь очень нужен. А, я его... Не-не-не, не юзай скилл, блин. Юзай скилл, хотел сказать. Ты здесь очень... Где? Я на базе, Мишу. Беги сюда, на этот, на эту точку, быстрее. Какую точку? Я на базе их убиваю, этих ублюдков мелких. Разбеглись тут, суки. Слышишь? Ого, у меня ХП не стало. Вот это я прыгнул, конечно, удачно. Он текает от меня... А, он ворот открывает, ублюдок. О, ну все, мы просрали точку. Как это мы просрали? Мы какого цвета? Ну, одна минус. Мы охраняем точку. Они так нападают на точку. Я понял. Мы этого. Они просто они тут сюда понабежали, я испугался. Идем отхватывать обратно. Я мог бы просто прибежать сюда. Ушел. Я его оттолкнул. Минус ушел. Отхватывать точку. Куда ты, тварь? Куда бежать? Я ее не опрокинул. Сейчас я ее опрокину, короче. Двоих опрокинул. Красава. Дайте мне спрыгнуть туда, суки. Хелп мне, какой хелп мне. Гном, пошел отсюда. О, двое. Нормально, гном в минус ушел, и ты тоже уйдешь, парень. Че думаешь, ты в минус не уйдешь? О, господи, 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 черепки, черепки, черепки. Просто блин, нахер я опять ману выпил. Так, ну чё, чё они там выпендриваются, чё, офигели что ли? Надо, а где то, а все, точка уже не возможно. Пошли на пушку, пошли на пушку, пошли на пушку, разрушим ее. Вдруг они сейчас нашу базу захватят. Насрать, я сейчас пушку разрушу, тварь. Я сейчас двоих тут или троих минус получится. О, меня минуснули пушкой. Я видел. Я сражался как мог. Ты тоже сдох? Тебя тоже пушкой минуснули? Да. Да она вообще читерская, ублюдки. Но она как бы для осады. Ну да. А как мы... А, там точка теперь появилась. Теперь она не на мосту, а там. Да. Эй, а кто мой труп двигал? Кто-то двигал мой труп. Это самая долгая вообще карта, да? Ну, если, конечно, за... не играть за нападение. Это просто оборона. Да, это глупо вообще карта. Здесь... Да... Вот это вот... Бесит меня. Это бред. Вот это бред в натуре.
Я ненавижу такую фигню. Пошли убьем пушкаря. Да ты куда ты, сука, пришел тут еще? Тварь, ты будешь еще свалишь, да, сука? Ты, ну, мелкий, какого хера ты сюда пришел? Один нахер. Сейчас, смотри, опять пушка. По-любому стрельнет. Надо обходить, значит. А, там не обойдешь никак. А, слышишь, мы сейчас выиграем, короче. Если мы сейчас продержим эту точку. Да, 20 секунд, мы и так продержимся. О, давай, иди сюда, мелкий. Мелкий ублюдок, ты что думаешь, ты со мной справишься? Как бы не так. У меня всю энергию, короче, забрали только что. Да-да-да, можем и так делать. Ну, ты знаешь. Так, господи, ты отсосок. Господи, одна секунда. Нет, я зря выпил банку. Победа. Ни хера, сколько дали. Я сворую ящик пока. Смотри, что я делаю? Не знаю, у тебя ящика в руке нету. Яйца. Ну, я почти был первый. Почти. А я сейчас, наверное, на час выйду. Правильно, пожрать надо же, да? Ну, типа да. Типа похавать. Правильно, правильно. О, я, наверное, в опыт буду. Ого, нифига. Ты какой уровень? 5-й. 6-й. Отлично. Новый уровень. 5-й. Ну, давай вали. Валю. Ох, нифига, мне тут понаткрывалось всякие. Ты мысли. Без меня, пожалуйста, не качайся. Во, добивай, да, я не буду. Добивай еще удар, короче. Ты прямо без серки, я добиваю упавших на землю противника. Враг получает чудовищное количество урона. Он просто сразу умирает. Да, я понял. Ну, у меня он на 2 прокачан. Ага. Кузнечная. Ну, тут мне конечно. Ладно, возьму добивающий, да. Ладно, короче, я приду через час. Давай. Да. А. У меня прыжок этот глупый. Глупый прыжок. Ништяк.